Областная федерация профсоюзов и госинспекция труда отчитались о совместной работе в 2016 году перед представителями СМИ. Количество профсоюзов с каждым годом увеличивается, а значит, растет работа и правозащитников. Что является основой на сегодня, это получается у нас очень сложная тема, как бы даже на подписание коллективных договоров или участие в конференциях предприятий по подписанию договоров. У нас почему-то на сегодня вышла первая тема, это проблема предприятий, на которых возникает проблема или ликвидация полностью предприятий, как Новоульяновский шиферный завод, на котором 85 работников и 102 работающих оказалось за чертой уволенных. В ходе проверок было выявлено около 5000 нарушений правил охраны труда и более 6000 нарушений трудового законодательства. Было зафиксировано почти 500 несчастных случаев на производстве. То есть такие проблемы у нас сегодня есть, мы их видим, и хотелось бы, чтобы они решались более оперативно. Несмотря на активную трудовую деятельность, Ульяновская область остается лидером по количеству несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Однако специалисты отмечают объективную работу региона и заверяют, что статистика за последние годы идет на спад. Ведь 95% выявленных нарушений на данный момент устранены. Кристина Жакот, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.